Всем привет! Мне 85 лет. Вот, я еще в полном здравии. Желаю вам всего этого. Живите активную жизнь, видите, и чтобы все у вас было хорошо. За то, что тихий зеленый город, такой спортивный город. У нас на каждом заводе были секции, мы соревновались, и на заводе были всегда соревнования. Каждое лето цеха соревновались. Это я там и 800 метров бегала, и 400 в высоту хорошо прыгала. И вот в походы ходили. 30 часов отрабатывали на ДК, строили. Вот. И мама еще ходила, пела потом в хор, когда уже в возрасте была. Была всегда солировала. Вот. А папа на скрипке играл, да, он очень хорошо играл. И мама все время пела. И что бы она ни делала дома, все время пела, все время пела. Чем я там стирает, делает, чистит, остановится и вот затянул там арию свою. В Химках лес, канал. Здесь мы всегда, все школьники, мы же каждый год сдавали экзамены. И все экзамены готовились на канале, на заливе. У нас там была очень хорошая вышка, прыгали с вышки. Залив, это сейчас вот там, дальше вот все это было наше. В лесу ходили за грибами, и зимой на лыжах тренировались, после работы на тренировку. Ну, наверное, встреча вот с мужем в горах, да, вот такой был тоже веселый, неунывающий. Такой очень семьянин хороший, так что я была счастлива в замужестве, просто была счастлива. Любить надо, уважать друг друга, самое главное, да. Не обижаться, Господи, ни на кого. И к вере прийти, в храм ходить.